Prepare for battle! Сегодня в рамках 6-го сезона проекта «Сбросить лишнее» развлекательный этап, который пройдет в лазертаг. Мы проверим участников на меткость. Стали победителем в первом раунде. Как вам это удалось? Я хочу сказать, мне это удалось, потому что я лучше, я первый. Нет, на самом деле здесь должна быть важная выработанная стратегия. Вообще очень круто. Мне кажется, вот лазертаг – это какая-то отдельная тренировка, которая тоже поможет, в принципе, похудеть в проекте, но если меньше жрать. В моем случае это просто веселое проведенное время. Так что всем советую, очень круто. Я так думаю, всем понравилось ребятам. Особенно, когда ты в первом раунде первый. День рождения. Такой чудесный праздник. И ты не выиграла. Ну, я просто в день рождения решила просто отдать добро людям в Юре победу. Понравилось, я первый раз играла. Ну, классно было. Я даже на втором месте, на удивление. Как это получилось? Не знаю. Много бегала, судя по виду. За Юрой ходила. Есть какая-то тактика? Ходить, пытаться, чтобы за моей спиной никто не ходил. Осматриваться. Все классно, все супер. Всем советую. Вот такой выброс адреналина. В общем, круто, мне нравится. Как с меткостью вообще? Ну, с меткостью пока 9%.